можешь тормозить. Ладно, теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился. Виллу отгрохал. Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе. Желтая пресса только про него и пишет. Ах да, тебе же не было. А, да-да, это когда ты развлекался. Так что, хочешь его навестить? Ну да. Чего тянуть кота за яйца? Ты же постоянно с ним из-за чего-то срался. Я? Это он не мог решить, чего ему хочется. Выебать меня или выгнать из группы. А ты на что надеялся? Кер меня не интересовал. Во-первых, у него был член. Во-вторых, у него не было яиц. Он строил из себя мятежника. Но так, чтобы никому не наступить на мозоль. И уж особенно Арасаки. И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия. Он пытался покончить с собой. Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает. Просто я мог бы ему кое-что посоветовать. То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А чё нет? В прошлый раз же ничего не случилось. Даешь мне отгул за примерное поведение? Хорошо. Только расскажи, что будешь делать. Ничего такого, честно. Просто хочу с ним повидаться. Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы, может, лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни. Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили. Не переживай. Ничего я твоему Керри не сделаю. Для начала попробуем залезть к нему в дом. Ладно, скажи, когда уступать тебе место. Кич. Надеюсь, хотя бы стоило до хера. Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу.
Кто вообще выбирал это штампованное говно? Скорее всего, не Керри. Он предпочитал есть в ресторанах. Нихера себе коллекция. А вот это, конечно, круто. На некоторых из них я лобал во времена самурая. Представляю, сколько такая стоит. У нас столько никогда не будет. Керри ее обожает. Что это? Second Conflict. Керри всегда придумывал такие попсовые названия. Вижу, ничего не поменялось. Never fade away. Этот я, наверное, люблю больше всех остальных. Что это? Наш старый сингл. Не знаю, зачем Керри хранит это говно. Не, но этот даже я знаю. Не подлизывай. Вау. Керри, как прекрасная бабочка, рождается из шелкового кокона самурая. Ну ладно, эта штука мне нравится. Он, похоже, в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Ну все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать. Закидывайся таблетками Мисти и начнем. Окей. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть. Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше. Хорошо. Керри. Нет. Это какая-то шутка. Погоди. Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Я сказал, чтоб ты перестал себя жалеть. Ну и чё, ты перестал? Сука, Джонни Сильверхенд. Откуда ты тут? Как? Сюрприз. Долбоёб!
Окей, ясно. Ты не ожидал, что я вернусь. Нет, сука, наоборот. Я 50 лет только этого и ждал. А я смотрю, ты немного изменился. Новый стиль? Идешь в ногу с модой. Да и ты тоже выглядишь ничего так. Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь как мелкий вор из посмертия. Это Ви. Он тебе понравится. И чё? Блядь, Джонни, мне это вообще ничего не объясняет. Ебать, ты устроился. Погоди, это только начало. Выпустил 4-й альбом и въехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. С кем ты подписался? В смысле? С Арасакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юрий Нобу заскакивает ко мне на барбекю. Это правильно. Так с кем подписался-то? MSM Records. Что ж, тоже столб общества. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты все это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите и решил оттуда слезть только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Поверь, это трагедия. А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то хель. Зато Дэнни была рада. С кем-то из наших пересекаешься? Только с Нэнси. Ее теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-м. Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь. Можно снова собраться, я не знаю, поиграть вместе. Неужто хочешь возродить самурай? Ну, так. На один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Охуенно. Я только за. За Битлз? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Но если меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Не, не особо. Но ты же понимаешь, у нас нет выбора. А как мне? Джонни, все норм? Нет. Ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую угрызение совести. Ты это... Посиди пока. В себя приди. Вообще ни о чем не волнуйся. Так что там про концерт? Ты все слышал? Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть. Ладно, я звоню Нэнси. Молодец, хвалю. Нэнси? То есть Исида? Исида Бесс? Нет,
Это ее недооцененный и переутомленный ассистент. Стивен, 54-й канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Ее тут нет. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто, но Исиды все-таки нет. Но мы ее ждали 2 дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстреме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Ви, тут что-то не так. Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс. Ви, я понимаю, что дикие крики в Тоттентансе обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Черт, картина начинает складываться. Никто из журналюк не попёрся бы в Тоттентанс. Кроме Нэнси. Ну давай, вперед. Классно выглядишь. Минимализм. У меня тоже раньше был такой хром. Ну, иди. Тоже в Тоттентанс? Заебись. Третий. Нажми кнопочку, я пальцы не чувствую. Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Пока. Заходи. Сойдешь за своего без проблем. Нет? Ничего себе, какой выпал шанс отличиться. Вон отсюда! Живо! Это шкет из Уфу. Я не слепая. Что тебе надо? Паста. Я ищу Исиду Бесс. Не в курсе, где она? Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать. Она вроде здесь. Поболтать. Ясно. Я тебя отведу. Все слишком просто. Забей. Сейчас главное найти Нэнси.
вообще должна сказать тебе спасибо. За что? За то, что убрал Ройса. Давно пора было. Я тоже от этого выиграла, надо сказать. Без проблем, обращайся. Чтобы история повторилась еще раз. Ну, понеслась! Керри Евродина. Керри? Что-то я уже ничего не понимаю. Наверное, слишком много времени провела с этой ебанутой. Я насчет самурая. Потом поговорим. Да. Сначала надо выбраться. Иди за мной, я знаю дорогу. Лифт вон там. Быстрей! Ёбаный лифт так медленно едет. Он выкашивает нас! Я на машине. Ну как ты? Бывало и получше. Эта идиотка подумала, что я пришла шпионить. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула. Так все-таки, зачем ты сюда пришла?
Хотела сделать репортаж про музыку в Тотан Танце. Неудивительно, что Патриция не купилась. Твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно. Так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. За Джонни я сыграю. Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь, не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Я вообще-то тебя спас. Мог бы дождаться, пока я наберу нормальный материал. А, это Патриция. Просто ебанутая. Надо было идти к ним, когда за главного была не она, а Ройс. Тогда бы ты точно не выбралась, поверь мне. Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи Керри, я все организую. На связи. Окей, спасибо. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Привет. Как дела? С Нэнси поговорил? Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Но круто. У меня тут возникли кое-какие проблемы с Мальстрёмом. Да, ништяк. Короче, я выцепил Гена. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Но ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце концов. Лови адрес. Ты гляди. Что тут случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому.
Ну ладно, значит, ищем дальше. Вижу, Керри нас опередил. Ты, блядь, ебанутый? О, бля. Понеслась пизда по кочкам. Что ты тут делаешь? Проблема. С дружком пришел? Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся? Я вообще-то от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились. То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Ну? Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал, разрядить обстановку. Разрядил, блин. Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослеп, что ли? Он залил мне бассейн бетоном. Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина? Думаю, выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга. Ему вообще нельзя доверять. Спасибо, блядь. Ты мне очень помог. Ну? Похоже, всех собрать не выйдет. Ну, это не проблема. На одно выступление можно кого-нибудь со стороны пригласить. Но это будет не то. Как раньше, все равно не будет, Керри. Тебя что-то беспокоит, Ви? Что дальше? Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Бля, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала, позвонит, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блядь, теперь еще и с этим надо что-то делать. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси.